С Новым годом! Мари! Give me a yell! Give me a yell! Дорогие наши друзья, всем привет на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы хотим немножко показать вам, как мы встречали Новый год с семьей. Как вы видите, на часах уже больше, чем 12 часов. Мы встретили Новый год с семьей на коленях, а сейчас мы собрались за столом. Игра называется «Счастливчик». So, там есть подарок, и он достанется только одному человеку. Мы кушали и играли в игру «Счастливчик». В этом свертке завернут какой-то подарок, но нужно угадать вопросы и передавать по очереди. Снимаешь, там написано, кому передать. Pass to the second person to your left. One. Yeah, yeah. Two. I guess being kind pays off. You can count. Yeah. Вопросы были библейские. Разные, и на обороте бумажки было задание, например, передать человеку, который сидит рядом с тобой, или человеку, у которого самые длинные волосы, или который выше всех в нашей семье. И детки вот так передавали, и подарок у нас получила Маргарита. Подарки были ручки и конфетки, а так можно класть любой сувенир или сладости. А потом было тихое время, когда мы находили слова. У каждого человека была бумажка и слова. Папа, как дела? Чё-то как-то слабоватенько. Не вижу ничего. Ничего? Три человека, которые самые первые нашли слова, получили приз. А потом мы достали бумажки с прошлого года. Мы писали как бы резолюцию на следующий год. Каждый писал, что бы он хотел сделать в этом, то есть в прошлом году. У кого-то были простые желания поехать на горки, или поехать в водяной парк, или сходить на рыбалку, или хорошо закончить школу. У кого-то были более серьезные желания, например, почитать больше Библию, быть лучше, добрее. И вот сейчас, 1 января, детки писали свои новые желания на Новый год. Мы копии повесим у себя в комнатах и будем стремиться быть добрее, быть лучше. Спасибо большое, что вы были с нами. Мы вас еще раз поздравляем с Новым годом. Желаем вам всего хорошего, Божьих благословений, радости, счастья и мира в ваших семьях. И мы хотим еще раз поздравить вас от всей нашей семьи. Мы вам желаем счастья! Мы вам желаем счастья! Мы вам желаем счастья! Мы вам желаем счастья, счастья, счастья во Христе.